В краевую столицу приехала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Ксения Дудкина проведет 10-дневный мастер-класс для наших спортсменок. Подробности в сюжете Никиты Петухова. 3 года назад Ксения Дудкина стала олимпийской чемпионкой Лондона. В групповом многоборье по художественной гимнастике шестерка россиянок опередила девушек из Италии и Беларуси. Накануне Ксения приехала в Барнаул в рамках программы подготовки молодых спортсменов России. Вы, допустим, не только, допустим, где-то за рубежом были такие дети, да, колоссальной сложности, элементы, которые выполняют. Ну, просто чтобы еще в Сибири, допустим, очень много детей. И поэтому, если они научатся, они достигнут того, чего хотят, а я просто делюсь с ними опытом своим. Ксения работает со старшими девочками 14-15 лет. Помогает довести до совершенства номера со всеми снарядами, обручем, лентами и мячом. Поработать вместе им предстоит немного, но девочки говорят, это реальный шанс повысить свое мастерство. Каждый день мы работаем с ней по часу, она нам показывает мастер-класс с предметом. Мы пытаемся взять у нее все что-то новое, узнать у нее, она нам показывает интересные элементы. Чтобы узнать все секреты спорта высших достижений, у барнаульских девочек осталось всего 5 дней. В Барнауле олимпийская чемпионка Ксения Дудкина пробудет до 10 июня. Никита Петухов, Андрей Леонтьев, новости.